В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в поселке Малаховка планируется отремонтировать 114 подъездов. На данный момент из них привели в порядок 31. Накануне Владимир Ружицкий лично проверил качество ремонта и выслушал отзывы жителей одного из домов на Быковском шоссе. По плану в городском округе Люберцы в этом году должно быть отремонтировано 1298 подъездов. Из общего числа в поселке Малаховка ремонту подлежат 114. Здесь темп ремонтных работ был ниже, чем в других поселениях округа, и на то были свои причины. В силу того, что здесь была управляющая компания, которая достаточно неэффективно работала, достаточно серьезные провалы в финансовой сфере. Поэтому мы с этой компанией расстались. Сегодня сюда зашло две управляющие компании. Они активно включились в работу, достаточно активно делают сегодня ремонты. Ремонт подъездов 46-го дома длился около 2 недель. Темпом и результатом работ жители остались довольны. На сегодняшний момент у нас отремонтированы все подъезды. Сделана электрика, все приведено, в порядок. И мы на данный момент довольны то, что нам сделали. Потому что мы 36 лет жили, 36 лет у нас ни разу не было этого косметического ремонта, уж не говоря о капитальном. Ремонт подъезда в городском округе Люберцы планируется завершить к 15-20 ноября. Однако в Малаховке эти даты сдвинутся примерно до 15 декабря. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.